клубы черного дыма привлекли всеобщее внимание горожан 7 октября. Причиной стал пожар на территории хлебоприемного предприятия, расположенного в поселке Загодзерно. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 8 часов 39 минут. По прибытии на место было установлено, что горят складские помещения хлебоприемного предприятия на улице Первомайская. По прибытии первых пожарных горела кровля отдельно стоящего склада площадью 500 квадратных метров. Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила более 3000 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Елена Маврина, Максим Майоров, Денис Ипатов. Новости Заинска.